Строители приступили к завершающему этапу реконструкции трассы Инская-Барышево. Работы проводят в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После сдачи объекта в эксплуатацию новосибирцам будет удобнее добираться до дач и выезжать на Ленинск-Кузнецкую трассу. Рабочие проложили водопропускные трубы, заменили покрытие. Верхний слой сделали из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Такой материал называют самолечащимся. Трещины, которые возникают зимой при низких температурах, летом исчезают на жаре. По словам подрядчиков, дорога выдержит даже тяжелые фуры с нагрузкой на ось не больше 14 тонн. Добавлю, что скоро на этом участке установят автоматический пункт весового контроля. Безусловно, она важна для жителей Академгородка и Кольцова, как альтернативный въезд в Академгородок и Кольцово со стороны Ленинск-Кузнецкой трассы. Также есть возможность из города Новосибирска по данной дороге въехать в Академгородок при возникновении, например, большого скопления автомобильного транспорта на дороге Берское шоссе.